Ко мне сегодня прилетает Варя. Да? Угу. После мукбанга. Будем показывать, что нам принесла. Да? Да. Подарки для меня. Пойду еще запьем. Уже выпили. Я полторашку, Варя литр выпила. Пицца, картофель. Тут взяли от Пепси. Всем привет, друзья! Сегодня 24 августа, время без 10:05 утра. Ко мне сегодня прилетает Варя. Точнее, уже она прилетела, сейчас она в аэропорту. Сядет на такси и приедет меня. Ну, где-то через час примерно я ее встречу. Наконец-то любимая ко мне приехала. Хоть на 2 дня, да, на 2 дня и потом обратно в Москву, но все же... Это очень классно, надеюсь, очень классно проведем время. Так что жду любимую. Все, походу едет. Точно. Она. Сейчас, любимая, выйду. Сейчас выйду. Вот и все. Любимая здесь, рядом. Будем показывать, что нам принесла. Да? Да. Подарки для меня. Да. Гостинцы. Да. Давай. Давай. Распечатывать. Смотрите. Что у нас? Так. Ух ты. Коробка сломалась. Извините. Ух ты. Сладости, да? Да. Конфетки. Так, вот это самое основное. О, это что у нас тут? Это курочка, да? Курочка. Еще один пакет. Еще. Вот это как контрабанда. Да. А, курочка с этим. Да. Колбаса. С лапшой. Колбаса. О, наконец-то раптор, да? Да. Ничего себе. Спасибо тебе. Все. Все. Спасибо тебе. Спасибо тебе, любимая. Как говорится, смело. К любимому с пустыми руками. Не ездят. Да. Это шутка. Ладно, пойдем мы отдыхать. В общем. Все. Да. С дороги, да? Да. Надо отдохнуть. Да. Да. Так, друзья. Мукбангу, что у нас? Гречневая лапша с курочкой. Тут компотик будет, он разогревается. Так, также будет у нас что? Лемюрицу тоже будет. Также у нас для чего будет? Что там, батюшка? Я влог снимаю. Также у нас будет вот на десерт. Много чего. Извините. Стрим. Да, у нас влог. Я для влога снимаю. У нас и шортс, и стрим, и влог, короче. Все для влога. 24 августа. Сейчас пойду еще запьем. Уже выпили. Я полторашку, Варя, литр выпила. Сейчас идем еще запьем, короче. Так что стрим продолжается. Да. Вот так. Так, утро после стрима. После алкострима по традиции всегда маску. Угу. Чтобы привести себя в порядок, свое лицо. Хотя это, наверное, не поможет, да? Поможет. Поможет? Поможет. Поможет. Медовая масочка очень хорошо омолодит кожу. Омолодит? Как думаешь? Сейчас вот думаем, что похавать, что ты хочешь похавать? Не знаю, сейчас подумаем, что можно покушать. Да, покушать. Ненавижу это слово «кушать». Похавать. Пожрать. Покушать. Пожрать. Поесть. Есть. Ну, есть и нормально. Поесть. А пожрать? Похавайте, похавайте. Да. Похавайте, да? Покушай. Покушайте. Да. В общем, а тебе есть охота? Значит, не, да. Не особо охота. Сейчас поедим, придумаем, да. Что-нибудь. Ну ладно, будем думать, да. Так, друзья, заказали пиццу вкусную, скоро привезут. Ну как сказать, через 1.5 часа. Mm-hmm. Вот это мы. Вот, да, вот так. Оп, чуть меньше. Скотоваза, так не знала, что так. Чуть меньше роста. Ага, он врет. Он... Марк, нормально, встань. Все. О, смотрите,
Какое? Аполлон, да? Это я Аполлон. Да? Какая красивая. Да. Что, есть хочешь? Да. Ладно, все, ждем. Все, ждем. Пиццу. Мне чуть тоже есть захотелось. До этого не очень, но сейчас более-менее. Быстрее бы, надеюсь, как бы сожрать бы эту пиццу, да? Сожрать да, хочется. Да, и мороженое я хочу. Мороженое потом, после мукбанга. Потом, да. Да, потом. Вот и привезли еду. Вот, смотрите. Пицца, картофель. Тут взяли вот пепси. А не пепси, так и написано, в принципе. А нет, у тебя смотри какая, вот. А у меня цветы другая. Точно. То есть смотри, да? Это вообще какая-то иранская или какая-то, непонятно. У меня вот... Короче, ладно, что, будем попробовать, да, какая лучше. Да. Что, соус не получается распечатать? Не могу соус распечатать. А, придется на ножик брать. О, сейчас миурицу тоже дадим. Уже по традиции мороженое. Да? После мукбанга. Такую сейчас пиццу вы видели. О, съели. Ну, вы уже посмотрели, конечно, уже этот мукбанг с пиццей. Моё самое любимое мороженое. Марка. Бомбеза. Я думал, на мороженое места вообще нет, оказывается. Очень есть еще место. Ну, после пиццы. Мороженое всегда место найдется. Ага. Супер. В общем, все. Все. Пора любимая улетать. Да, завтра сегодня на работу да, уже. Такси подъехало сейчас. Выйдем. Ну что, любимый. Вот так выходные пролетели незаметно. 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 Скучать буду, любимый. Очень сильно. Следующая встреча уже, когда на юг поедем. Да. Да. Через 3 недели. Пойдем. Пойдем. Пошли. В общем, все, друзья, любимую Варю проводил на такси. Попробую уснуть. На этом влог, можно сказать, заканчивается. Всем спасибо. До новых встреч, как говорится. Следующий влог уже будет уже, ну, скоро, через 3 недели, когда уже поедем на юг отдыхать. Так что ждите следующих влогов. Всем пока. Вокруг шум, пусть так, не кипишуй, все ништяк, вокруг шум.